Ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 71 год назад узники концентрационного лагеря Бухенвальд, одного из самых страшных лагерей смерти, подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Президент Евгений Шевчук обратился к приднестровцам. Сегодня мы чтим память погибших от жестокости нацистского режима и преклоняемся перед мужеством, силой духа и верой всех, кто прошел через адскую машину фашистских лагерей. Наш общий долг – помнить о чудовищных страницах истории, чтобы поколения, живущие в мирное время, никогда не забывали об этом, подчеркнул глава государства.